сижу, ловлю рыбу. Ну, они, как обычно, сидят рядышком со мной. Марсик. Ну, я думаю, не буду снимать. Ну, сколько же можно снимать? Одно и то же, одно и то же. Ну, ты слышишь шум какой-то. Вот эта мадам залезла в лодку и решила отплыть. Далеко собрались? Что вот ей там? Ну, смотрю, думаю, вдруг сейчас в воду булькнется. Придется мне за ней лезть. Куда? Куда ты полезла? Давай назад. За весла. Гребсти хочешь, капитанша? Давай назад. Хватит ли ума вылезти? Давай вылазь. Грызла, грызла что-то, хрумкала. И решила поплыть. О, ну все. Ты знаешь, что женщина на корабле к несчастью. Мадам. Еще, говорят, баба с возука были легче. Тут в данный момент лодки стало легче. Все, выходи оттуда. Что ты там? Дочь капитана. Не ловится сегодня. Ну вот я и решил снять тут, как Мирка залезла в лодку. Ну что тут того сюжета? Да никакого. Кому это интересно? Давай. Давай. Садись, иди, залазьте. Беру свои снасти. Прыгайте. Мирка, прыгай сюда. Марсик, ты ж пострадавший, сегодня подрался 3 раза. Ну что, кто будет залазить? Ладно. Ничего примечательного, рыба не клюет. Марсик с упорством ждет, конечно, он всегда ждет. Мирка тоже. Ну просто мне с ними приятно, они сидят и так похрюкивают. Что? Вот удочка есть. Хочешь, лови на. Бери. Учись. Да, вот правильно. Будем вместе сидеть. Ну, представляете, земляне такой компании. Сидит Александр Док, а рядом с ним Марсик, Мирка, удочки держит. Во, видишь, только сказал, они уже тут интерес к удочкам. Все, сидите спокойненько и ждите. Это не трогай. Мирка у меня в прошлый раз всех этих опарышей съела и всех червяков. Я помню. И не вздумай. Я отлучился куда-то. Прихожу, а мои опарыши по всему бетону ползают. Ну что? Ой, страдали, стреляли. Кровь запеклась. Драчунчик. Ну, как обычно. Ладно. Ловлю рыбу. Дышу кислородом. Где-то Жорик тут ходил. Жорик! Сейчас подойдет. Ну, будь что интересно, я, конечно, покажу. Пока ничего интересного. Пока даже не клюет. Ну, как бы вот клюнуло, это наверняка какая-то мелочь. Слишком агрессивно. Крупная рыба, она так не клюет. Она или поведет, или выложит. А это что-то такое. Что-то такое, похоже на ничего. Мишка, поворачивайся. Во. Попой села. Марсенчик уже подустал от рыбалки. Или то, что после драки немножечко
прихваривает, неважно себя чувствует. Приходили гости к нам, ну и вот он отличился. А меня не было, так Виктория их тут кидала в воду с Жориком. Они только после глубокого погружения в воду разнимаются. И то, потом надо одного поднять, отнести куда-то, изолировать на полчаса. Потом агрессия пропадает. А всегда так. Но это ее ошибка. Принимаешь гостей, изолируй кого-нибудь. Или Жорика, или Лирика, или Марсика. Детвору прокатить на лодке. Марсик вот на берегу тут. А тебя не возьмем. А то вы там задеретесь. Сейчас отвяжу. Ждите. Сейчас прокачу вас. С ветерком. Кто-то тут завязал на 33 узла. Ну подождите, пассажиры. Пока я этот узел развязывал, пассажиры мои разбежались. Я бы вас сейчас, прокатил бы. Жоржик, не хочешь? Ладно, никто не хочет. Не сезон. Потеплеет. Да дело в том, что если они выпадут с лодки, то мне придется прыгать за ними. А водичка еще не очень. Рыба не клюет. Да я, собственно говоря, и дело не в рыбе. У нас-то в садке рыба есть. Там полно. Сейчас пойду проверю. Пошли со мной проверим. Куда вы? Эй, не домой, нет. Рыбу проверим. Марсик. Марсик уже что-то там на Жорика. Я тебе и не вздумай даже. Пойдем, Мирка. Пошли. Не дадим. О, видите, есть рыбка. Там есть, а ловится не ловится. О, как. Ну что, может сейчас будет ловиться? Пошли, посмотрим. Тут еще, подожди, Жоржик убежал. Жорик, еще вот одна снасть есть у нас. Я пока подниму ее одной рукой, вся рыба разбежится. Нету тут рыбы. И прикормка целая. А мы просто потому что обрабатывали берега извести, она поэтому не ловится. Ну что, в лодке вы не хотите кататься? Марсюха, ты там грохнулся что ли? Шум был. Важный такой. Пошли. Ладно. Тогда у нас такая простая, незатейливое приключение. На лодке мы не покатались. Мирка немножечко сама поплавала. Эти друзья не захотели. Марсик не в настроении. Жоржик, иди сюда. Иди, иди ко мне, Жоржик. Иди, иди, садись ты. Да ты же что, Жоржик, что ли? Хотя я вас иногда путаю. Жоржик, иди. Садись. Может, ты счастливый? Сейчас рыбочка будет ловиться. Ну, буду пробовать. Я проиграл рыбку. Вон она опять залезла на лодку. Главное, когда я их туда приглашал, они вырывались из лодки. Жоржик, пойдем. Глянь, Мирка, он сама. Пойдем, я тебя подсажу. С Мирочкой поплавайте. Давай, Мира. Только не выскакивай. Вот стоило мне подойти, она уже хотела отвязать и на середину речки запустить. Ладно, потеплеет, я вас покатаю. Ничего не происходит особенного. Как я уже говорил, рыба не клюет. Сижу и просто отдыхаю все. И любуюсь жизнью. Вот.
Хотел сказать, любуюсь природой. А вот кто-нибудь любовался жизнью? Каждую секунду, каждое мгновение. Просто берешь и любуешься жизнью. Проживаешь ее с любовью. Каждым мгновением любуйся. Вот. Разве плохо? Собачки рядом. Водоем, лодка. Небо, смотрите, какое голубое. Мостик, удочка. Что еще нужно? Любуйся. И проживай каждое мгновение. Они сейчас подойдут. Сейчас подойдут, я их сниму всех вместе и пойдем ужинать.